Весна вступает в свои права. Еще 3 ледовые переправы в Иркутской области закрыты из-за их неудовлетворительного состояния. Речь о проездах через реку Илга в Жигаловском районе, через реку Лена от Киринска до поселка Визирный и через реку Ие в Тулунском районе. Всего на данный момент в регионе продолжают функционировать 17 переправ, исключительно в северных территориях Прибайкалья. Спасатели напоминают, что выезд на лед вне специализированных проездов сейчас особенно опасен.